Как сообщили вчера пресс-службе Верховной Рады, в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, исполняющий обязанности президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов предложил генсеку ООН провести совместную операцию с миротворческими силами ООН, чтобы мировое сообщество показало правомерность действий украинских правоохранителей и военных в ходе антитеррористической операции. «Мы не отрицаем и приветствуем, если с вашей помощью будет проведена совместная антитеррористическая операция на Востоке. Тогда сепаратисты и наблюдатели сами смогут засвидетельствовать легитимность и правомерность наших действий», – подчеркнул он. В свою очередь Пан Ги Мун отметил, что власти приняли те шаги, которые были необходимы для урегулирования ситуации в Украине в целом и на Востоке и Юге в частности.